Всем привет, с вами команда Last Try, с вами Дэн и Демастер. Демастер. Всем привет! И мы играем в голодные игры, но ну, не обычные голодные игры, то есть не в те, которые обычно играем. Мы играем на Hive MC. Здесь все немножко по-другому, сундуки там рандомные. Ну, в общем, вы знаете, я думаю, вы играете, я просто на них вообще не играю. Вот. Демастер, ты играл тут вообще, нет? Ну да, я играл, здесь сундуки немного не такие, они здесь как коробочки, и их нельзя открыть с мечом в руках, немного усложняет, но в принципе... Пофигу, все. Ладно, давай, сколько у нас тут секунд осталось? Где секунда пишет? А вот, типа, место опыта, да? Ну, сейчас я, короче, я, наверное, выберу карту, не знаю... А здесь тоже голосовать? Близ вот... Айленд. А здесь как голосовать? Вот и цифра, да? Так же? Да. А, лол. А я не успел даже выбрать карту, Бриз Айленд выиграл. Бриз Айленд опять выиграл? Только необычный Бриз Айленд, какой-то Бриз Айленд 2. А, я знаю, это просто, короче, он усовершенствует, тут дофига всяких растений и все дела эти. Ну ладно, я вообще ненавижу эту карту Бриз Айленд, тупой Бриз Айленд. Тут он еще и апгрейдинг, здесь больше кораблей, больше всего вот этого. Так, давай сразу бежим с тобой вместе, ты где? А вот я думаю, сперва нужно облутать сундуки. Что? Подлагнул жестко. Подлагнул жестко? Да, ну сундуки выпадут, сундуки возьмем, вместе побежим. Сундуки, поскольку тут рандомные, бежать куда угодно можно. Ну, так, да. Ну давай побежим. Секунд. Ты где? Ты где стоишь? Я тебя почему? Вот, вот перед тобой. Бежим за мной, окей? Или а, вот тобой? Я вижу, там где-то далеко. Да, передо мной прям, ну ты даешь. Слушай, а у тебя все равно у тебя тоже пол голода, да? Нет, у меня фул. У тебя полный голод, что ли? Да. А у меня пол голода всего. Что за хрень? Ну ты типа ютубер, тебе ты так хардкорный чувак. Тебе нужно. Что за кидал? Дэн просто не рассказывает, ему дали ютуберку на Hive MC. Ты рассказывал уже, нет? Я в группе писал, но думаю, не все знают. Теперь так. Все знают. Так, алмаз нашел и торт. Я вообще ничего не нашел. А, я гриб нашел. У меня серийный гриб, понимаешь? Беги, я с тобой бегу, просто беги, и даже не обращайся. Хорошо. У нас есть один алмаз. Если найдем еще один и палочку, то будет алмазный меч. Понятно. Так, побежали на тот остров, скорее всего, или куда? Ну не знаю, просто види, я с тобой бегу. Там еще корабль есть. Да, ты на корабль беги, на корабль плыви, а я пока на остров. На острове встретимся. То есть я на вот этот пойду остров направо, на левый, а ты беги на корабль быстрее. Корабль шмонай. Так, который тут правый, что ли, корабль? Да, вот этот вот бело-серый, короче. А я на этой второй части, на втором вот этой карте вообще не играл ни разу, я не знаю. Я тоже. Я просто говорю, плыви. Так, тут нет сундука. Просто говорю, плыви и все. Ну я плыву и все, да. Но как бы я даже не знаю, где есть. А, вон там лестница есть, да. Лестница есть, все нормально. Сейчас под лестницей подлезем там. Так, и никто, кроме меня, этот корабль больше не плывет, это как бы. Нет, вообще в радиусе 5. А, ну в радиусе 50 нету, да, метров вообще никого. А прикинь, даже тут наковальня есть. Да? А, вещи, наверное, чинить. Не, а тут как якорь используется. Забавно. Так, я не могу найти что-то никаких сундуков. Он, по-моему, что-то вижу. А о, вижу сундук, только он пустой. Как так? Здесь нужно не сундуки искать, здесь ищи такие же коробки. Потому что обычные сундуки, они пустые, нужно искать такие вот. Я говорю, я их так сундуками называю, я только что сам себя слышал. Я не знаю, что это. Я парня вижу. Черт. Он плывет к лестнику нашему этому. Не-не-не-не-не-не-не-не. Он плывет в сторону, ну, спавна. Как бы вот так вот. Так. А что нашел? Вообще ничего нет. Или я не нахожу ни одного сундука, сейчас пойду наверх еще слажу. Слажу. Слазию. Блин, так. Просто я вообще не понимаю, где все сундуки, и меня это немного напрягает. Вообще нет такой корабль, я что-то ни одного сундука не вижу. Это очень плохо, я считаю. Может на парусах где-то есть заныканный. Я уверен, что есть. Блин, я тоже ничего найти не могу. Блин, у тебя опять шум сильный. Да нормальный шум, блин, у тебя учись уже рендерить видео, нормально все. Хе-хе-хе. Вот. Ой, затралил. Ой. Затралено. Так, блин, слышно, на корабле вообще реально нет ни одного сундука. Или я ни одного не вижу, или что, ну вообще никак. Вот. И уже какой-то чел подплывает сюда с оружием и с золотым шлемом. И вот да, я его видел. Пойдем вместе его замочим, покажем. У меня вообще оружия никого нет и брони. У меня тоже ничего нету. У меня броня одна, эта хрень. А у него каменный меч или железный меч и броня. Мы его не замочим, чувак. Я, короче, выпрыгиваю отсюда, наверное, и это. Не, да давай разберемся, покажем, что... Ладно, пойдем, куда пойдем? Куда вот пойдем, вот скажи. Не знаю, ну короче, на этом корабле он какой-то галимый вообще. Не туда. А в другую сторону от него, ты чего, он сейчас с корабля спрыгнет, а всех через твой остров побежим. Ну хорошо. А ты остров, ты весь остров посмотрел или нет? Вроде бы да. Ну нет, я не все места посмотрел, но я сундуков вообще здесь нигде не видел. Ты слайдил наверх? Да не заливай, там нету ничего. Стопудово есть. Нету ничего. Чертов Hive MC, ничего не понятно. Где сундуки, ё-моё? Ну так они рандомные. В этом сундуке ничего нету, я его уже облутал. Так. Оп. Не смотри даже.
Я посмотрел раньше, чем ты сказал, не смотри даже. А-а-а, ты меня не послушался. Ладно, пойдем. Конечно, что я тебя слушаться буду. Ну просто. Так, а у тебя же алмаз есть, по-моему? Да, у меня есть алмаз. Нужно еще один найти, чтобы вообще было замечательно, будет алмазный меч. А вот сундук нашел. Я тоже, я вижу два целых сундука вижу. Давай, шмотай их пока, я пока нашел. Я три сундука вижу. Да я сундукоискатель. Господи. Давай, молодец, лутай их пока, я пока думаю. Я теперь набор шлемов на все случаи жизни, чувак. Класс, молодец. Дай мне один. Сейчас дам, подходи ко мне. Сейчас. У нас теперь оружие есть. У меня тоже есть золотой меч, я только что нашел. Вот, да. Все замечательно. Теперь все, мы тащим, мы команда. Смотрите, сколько сундуков, офигеть. Это четвертый, пятый, я пять сундуков. Возможно, они спавнятся реально рандомно вообще, просто совершенно случайно. Слушай, прям в этом месте дофигища сундуков, реально. Бери вот этот. Погоди, я там вот за другим сундуком сейчас гоняю. Шлем бери, блин. Так, у нас есть палки теперь для этого, для меча, и теперь нужно идти. У меня тоже палки есть. Иди так, вот на, возьми шлем, вот это лучше. Так. Думаешь? Да. Он лучше, чем твой золотой. Okay. Стопудово. Я парня вижу под нами. Где под нами, где ты его видишь? Ну вон ник его, я ник вижу. Надо как-то его поймать. Я меч хороший нашел. Так. Бери себе и пошли парня бивать, нет. У тебя какие, знаете, ноги, у тебя какие? Какие ноги? У меня вообще нет ног. Тапочки какие у тебя? Ну нет тапочек, у меня нет. А, давайте дам, у меня тапочки есть. А ты куда ушел? Ты слышишь, ты куда-то пропал? Вот за тебя, на тапочки. Давай, кидай. Вот там парень, ник вижу, пойдем. Давай, пошли. Он сзади, обойдем остров. Возможно, новые сундучки еще там, кстати, найдем, пока будем обходить. Главное, чтобы он все не нашел. Но если он, знаешь, если он все найдет, а мы его убьем, то... А вон там еще сундук, ты что-то видел? Да. А, вот вижу сундук еще один. Лук и золотой меч. У меня каменный меч на тебя есть, иди сюда. На. А ты что, этот сундук не облутал? Каменный меч бери, я его не видел. Ты прям рядом с ним пробежал, как так-то, ну ладно. Еще один же. Этот чел тут рядом где-то ходит, его надо убить. Сейчас убьем. Если он на этом острове побывал, то он, наверное, тоже налутался неплохо. Так, я нашел эту хрень полезную, так. Ты наверх поднялся или ты снизу все еще? Я вот перед тобой, ну что? Там какие-то челы, двое. Они один убил другого, там у него мало хп, пошли его встретим, он наверху. Где, я не вижу. Ты где прямо передо мной, почему ты сказал, я перед тобой, я тебя не вижу. Я не знаю, почему я это сказал. Мне захотелось сказать, что, блин, я застрял в своей же паутине, что за хрень? Я паутину поставил и застрял. Вот, они, короче, где-то наверху на острове, слышишь, вот там вот я видел ники, два ника. Потом один написал вообще, что один другого убил, и все, пошли, поднимаемся на остров. Не стой на месте, не стой, просто пошли, а то он может уйти с мелким хп. Хорошо, у тебя же сейчас я тебе дал же меч, ты его взял? А у меня каменный. А, ну все, ты его взял, эти. Ну, меч так. Где-то вот тут наверху они были, я видел. Ой, там смотри, еще сундучки есть, короче, идея. Короче, на этом острове пока сидим. Здесь много сундуков, я думаю, мы все облутаем. Давай очень много сундуков. Давай на верхушку заберемся, посмотрим, что вообще осталось, что почем. Чё вот. Почём? Да, чё почём. Мы еще никого не убили, уже там надо быстрее убивать людей. Так. Ты чё, упал что ли? Я вижу здесь два сундука или три. Так. Ну так они скорее всего уже облутаны. Чёрт, я какое-то не очень хорошее место для подъема. Блин, их облутали. Блин. Вот, я говорю, здесь были два чела, они дрались и, короче, один другого убил. Нужно вот было сразу же выходить сюда. Так, вообще на острове уже никого нету. Никого не вижу. Да? Думаешь, может он суициднулся? Может он вот туда вот в кратер упал? Что там за кратер, ну-ка, дай посмотрю. Вот там какая-то вода. Да, я ник вижу. Там снизу человек, пошли туда. Вниз туда прямо прыгаем. Кратер, да. Кратер, ну давай на счет 3, да? Прыгай в кратер, верь мне. Воду. Я прыгнул в кратер. Я тоже прыгнул в кратер. Где он? Так. И все облутано, здесь был человек, да. А вот только что я тоже его ник видел, он, видимо, встал и побежал. Так, вот он здесь вот где-то. Здесь, он сюда в дырку пролез. Так. Твою ж маму. Ищи его, Дэн. Кстати, у меня звук в Майнкрафте. Ты вот тут сундук взял, кстати, вот этот вот здесь был. А, какой, нет? Вон там. На вот этом острове. Так слушай. А так это наши, мы их лутали с самого начала. Нет, вон там он, на том острове. Пойдем его еще посмотрим. Да, его я блутал тоже, его блутал, там был золотой меч. Так, пойдем ближе к спавну тогда, я тебе предлагаю, как тебе идея. А спавн у нас, блин, ну не знаю, мне кажется, нужно этих людей. Людей мало, ладно, пойдем. Потому что смотри, всего 6 человек, из 6 человек мы двое. Или не 6, да, 6. И этот чел он один играет, которого мы видели, кстати. Я не знаю, он где-то тут заныкался, мне кажется, он где-то просто. О, ты видишь его ник? Вот там внизу был. Где? Еще ниже, где-то вот там вот. Офигеть, он что? Он. Да, откуда он докопался, не знаю. Ты видел его, да? Да. О-о-о! А тут, видимо, есть какой-то проход. Shift зажимай. Так я в воду упал. Shift зажимай, в воде. Он прям под землей, он прям под нами. Слушай.
А как он там? Как он там живет? Не знаю, может здесь есть проход? Не знаю. Ты как дышишь вообще? Ты прям под водой? Да, я под водой, я просто подплываю немного, я ищу сейчас проход, куда бы он мог деться здесь, куда он мог уплыть. Пойдем остров вообще обойдем. Так, я все его не вижу. Не, он же здесь это был. А мы, кстати, его с самого начала видели там. Я нашел! Нашел? Где? Вот он. Вот сюда. Да, вот он! Убивай его! Убивай! Жестко убивай! Где он? Вот, в воде, да! Прыгай ко мне! Я его убиваю, тут еще один сзади прыгнул! Черт, я убил одного, убил! Блин, спасай меня, я тут, что мне делать? У меня мало хп, я убил этого чувака, там другой еще был. Ты просто упрыгнул, то есть я с ним один дрался, что ли? Вот ты негодяй. Нет, я его вообще-то побил, не надо мне. Негодяй. Я ему снял жизни, не надо. Мне просто осталось очень мало. Главное, что нас сейчас тут никто не нашел. Хочешь, тортик поставлю? Не, а у тебя тортик есть? Да. Слушай, идеальное место, чтобы пожрать тортик. Сейчас не прыгай, не говори. Стой на месте. Так, хорошо. О, иди сюда. Давайте, ну что, отпразднуем мой скорый день рождения. Давай. А то мой скорый день рождения можно отпраздновать. У тебя тоже скорый день рождения? 13 дней. 13? Стоп, у тебя какого числа? 20-го. А, так у меня-то скорее. У меня 18-го. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот. Тебе сколько будет? 20. 20? Да, 20. Я хочу, знаешь, 20 тысяч подписчиков и 20 лет. У меня, кстати, куча золотой брони. Слушай, не дай бог, чтобы у меня было столько лет, сколько сейчас подписчиков. Так. О, все, замечательно. Так, слушай, а как сюда выбираться? Он же как-то выбрался. Надо паркур! Черт. Это я зря сделал. Не-не, там вот, короче, сейчас налево надо прыгать, налево и вбок. А как? Ну только если ты промахнешься, то упадешь в лаву, и все, конец игры. Эй, не надо меня пугать! Черт! Что делать? Не знаю, сигани как-нибудь так, чтобы... Ну можем тут, в принципе, досидеть и подождать, пока начнется дезматч. Ты первый. Че, я первый? Да. Вообще осталось 5 человек, если двое сейчас сдохнут, то начнется дезматч, понимаешь? Можем... Давай умрем, поможем людям. Так, главное, я не знаю, что придумаешь, ты не допрыгнешь. Надо было торт, короче, поставить правильно. Слышишь? Да. Слушай, так ты зря туда спрыгнул, ты-то мог еще выбраться. Это тебе не поможет. А я хотел, знаешь, поставить посередине, если упаду, то паутине несколько, знаешь, потихонечку, бочком и упасть на торт. Понял? В паутине же можно чуть влево-вправо двигаться? Да, можно. Короче, я ее поставлю. Ты, главное, в ней не застрянь. А, дезматч начинается. Давай, все, пойдем. Не-не, давай подождем лучше. Готовь инвентарь. Так. Для чего готовить инвентарь? У меня лук. Для боя. У меня всегда. Понимаешь, он у меня всегда для боя готов. У тебя лук есть? У меня и лук, у меня 4 стрелы. Тебе еще один лук дать? Так, еще один лук. Да. Не выкидывай, на лук. Не выкидывай к тебе. Надеюсь, ты поймаешь. Как? Ловлю. Поймал. На стрелы, две стрелы дам. Стой. Так, давай. Раз. У тебя стрелы есть вообще? Я опять тебя слышу. У меня нету стрел. У тебя какие-то галлюцинации, чувак, как ты можешь? На записи посмотрим. Черт, что же у тебя такое происходит постоянно? Все, я слышу, что какие-то глюки, баги. У тебя много стрел? У меня две. Осталось. Я тебе скинул две и себе две. Я, короче, на хайпикселе играл, у меня, по-моему, 1,5 стрел было вообще. Да, но я играл на MCSG, у меня там тоже было очень много стрел. Так, ну что, смотри, против нас два человека, я думаю, мы будем играть либо 2 на 2, либо, ну, скорее всего, 2 на 2, знаешь. Если еще я паутину поставлю, в паутине зафигачим чувака, только сам в него не попадись, окей? Окей, так, все. Смотри, мы уже двигаемся, смотри. Так, давай, у них там... Давай, опа, стреляю в него. Черт, промахнулся, лаги. Он может ТНТ поставить, слышал, Так, один умер. Замечательно. Давай, убиваем этого чувака. А он что-то бегает, слышь, тупо, давай окружаем его и убиваем. Стой, я ТНТ возьму. Забей на ТНТ, его просто нужно убить с рук. Давай. Ты зря время теряешь. Сейчас я перед ним поставлю ТНТ, главное не попадись. Давай, ставлю. Поставил, 2 ТНТ, 1. Ладно. Зачем чего? Да вы что в бомберменов-то играете? Погнали это, нормально. Бомбермен рулит. Смотрите, сколько крови. Убивай его, это специально сделано для ТНТ. Алло, тут паутину не заставить, прикинь. Давай его уже убьем, у него мало хп осталось. Дай поем. Да блин, его просто убить осталось. Ладно, я его сам убью, окей, не мешай. Нет, я его сам убиваю. Все, уйди, это моя. Ему осталось один удар дать. Парень, это мой парень. Ой, прости. Ты что меня бьешь? Хочешь, чтобы я развернулся и показал тебе, кто в доме хозяин? Нет. Я его ударил. Это вообще-то я сбоку зашел. Как ты мог его ударить с расстояния 5 блоков?
Он мой. Ладно, добивай его, ладно, я тебе разрешаю. Нет, помогай мне. Нет, все, добивай его. Броню там забрал себе железную, пока я там дрался. Все, тяни теперь сам все. Все, ты что, офигел что ли? Иди помогай. Иди помогай. Вот, я вообще-то помогаю, я его очень много раз ударил. Уже. Еще больше раз его ударь. Так, и вот нам осталось добить пару ударов. Слушай, буквально. А что тут парень умер? Вообще у него сердце что ли прихватило или что? Все, я убил его. Меня зачем бьешь? Вот это сейчас нечестно вообще сделал, чувак. В смысле, чувак, так вообще так один из нас должен был умереть. Все, на этом все. С вами был Дэн и Демастер. Всем пока. Всем пока.